И снова всем здравствуйте. У нас сегодня у парня день рождения. Сопляк родился. Он уже удрал вперед. Сейчас все. Вон он там. Он стоит уже. Он у нас реактивный. Быстро бегает. Там где-то еще парочка затесалась. Вон там что-то не гремят, дрова добывают. Осень. Фух. Вроде не круто. Уже разложился быстро. Быстрый на ногу и на руку. Еле добрался. А то будет сейчас костерок у нас гореть. Паша, по-моему, газ притащил, да? Ишь ты, навьё. Ой, навьё, сейчас испробуем. Газуленцы. Вот тут свежак, помидорчики с огурчиками. Лопату сделали. Снег зимой очищать. И костер разгонять. Да? Сейчас сбацаем что-нибудь. О, сейчас стол протрем. У нас есть фирменная треножка. Отлично. Пила для какой цели? Отлично. Пила для какой цели? Молчит. Как взрыванет, взрыванет сейчас. Открываешь газ на кнопку чак. Понял, что вытворяет. Ага. Это чтоб все побыстрее было, чтоб все быстрее было. Он со всех сторон. О, у нас сегодня костер быстро разгорится. О, конечно, с таким опахалом-то. Как Прометей. Вот еще один жулик идет. Он откуда-то с горы уже. С дровами. В первую очередь костер. И чай надо поставить. Гори огонь, как Прометей. Надо не сильно большой. Испекли пирог из глины. Вот шампуры тебе, ты говорил, не взяли. Огонь. А, мухомор итальяна. Что, есть мухоморы? Ищи. Мухоморов-то мы сейчас подмолодимся быстро. По шляпе за это закинем. И все будет хорошо. Неправильно. Ну вот такой у нас нынче стол будет. Огурчики, помидорчики. Это все домашнее. Все домашнее. Прям до только что с грядки. Тут карайки. Тут галеты какие-то. Огурцы малосольные. Вкусные. С тмином. Грибы. О! Это вообще Монтана. Это Монтана домашняя. Что тут еще? Это кабачки. Так, мужики. Это тоже свежак. Это пирожки. Вон сколько. Сейчас еще вот эти вот заделаем. Господа мужики. А! Чай какой? Курильский у меня есть. Курильский. Вот тут вот есть чай трех сортов. Или чай трех сортов. На второй раз. Давай курильский на второй раз. Здесь
Иван чай. Сказали Курильский. Здесь есть. Таволга. И этот. Ну это там тогда пошли. Как, Паша, который ты говорил, желтенькие цветочки? Желтенькие. Лютик. Нет. Так, Володь, а ты любишь курильский чай? Зверобой. Сколько курильского чая у Вована обопьется. Подарок от именинника. Нормальный подарок. Все четко. Куда крышку-то дел? Ну-ка покажи, что творишь. По одной. По одной каждому. По одной. Так, мы тут. И что, все четыре держать, что ли, будут? Да. А как? Руками. У меня две руки все. Две руки? Как? А что ты сюда пришел с двумя руками? Не две ноги. Знаешь, есть без руки вводят машину. Ногами. Ну, заруливай себе. Ну, я давай, ногами вам напеку. Давай. Только ешь. Что, ням-ням будем? Ну, ням-ням еще, что-то не пожарим. Вкусные грибы, не соленые? Ой, классно. М? Не соленые? Отлично. Горячо. Жар-то хороший прет. Чай закипел, ребята демократы. Да, горячо сильно. Точно, точно, точно. Вон, смотри, через край плещет. Что ты там сделал? Крючок какой-то не такой. Все, пусть остывает. Соловья вызвал, чтобы песни исполнил. А это кто там горет? Погода у нас сегодня вот такая вот. Ветер дует небольшой. Но прохладно уже сегодня. Сегодня прохладно. Три друга сидят. Три одноклассника. Это я тут один не одноклассник пристрогался к этим старикам. Самый молоденький. Совсем пасан. Тебе нас в жизни не догнать. Ясно дело, куда мне до вас. Нет, вообще-то могут и перегнать. Хорошо-то как! Примеряющий. Вот такая у меня сосиска получилась, красивая такая. Все довольны, все смеются, сейчас трескать начнут. А я думал, что не будете, я буду. А моя лучше зажарилась. Да куда больше ты тут, смотри, все. Так, где кружка? Не туда рванул. Наливать будет сейчас, смотри, что творит. Так, где твоя кружка? Не надо. Там капельку-то. Ну ладно, капельку. Капельку, чисто символично. Да, я вас буду фотографировать. Где твоя кружка? Вот моя кружка. Чисто символично. Да пусть бы стоял, пусть туда льет. Сейчас оно прокинет ее. Не прокинет. Ну ладно. Стойте, 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 я еще не знаю. Так, солнце, катись. Как? Не повторяется такое никогда. Все уже. Не пил, а запел. А что будет, если он выпьет? Да. Его не перепьет.
поешь тогда. Надо было гитару взять. Ну ладно. Помидорки. Огурчик. С чаем. Вкусные. Огурчики нуждают. Грибочки скоро стрескаем. Так, где мой гриб? Свежий урожай. О, вот самый мой. Не солено? Нормально, обалденно. Слава богу. Ни одной кушай, дай дай. Пойду пирожок подогрею. Где тут перевертыш у меня? Вкусный будет. Вот отсюда надо. Сам переворачивается. Сам переворачивается. Да мне только глаза открываются. Все. И спать лег. И ничего больше не хочу. Вован, все утро грязный проходило. А Валера его отмывает. Все показывают, что грязный, а никто не говорит. Человечность была какая-то. Ну вот это вот. Все подмели. Еще разочек чайку сейчас сварим. Наши же русские же люди, да? Давайте о мариманах. Вот смотрите, вот мариман среди нас. Не мариман. Это он маскирует. А, маскирует. Писарь полка.